великая память, которая объединяет всех. Руководители национально-культурных сообществ Азербайджана со всего Поволжья собрались в Самаре, чтобы возложить цветы к вечному огню на площади Славы. Это событие дало старт Дням азербайджанской культуры. Мы начали с возложения цветов к памятнику, потому что это наша общая память. И память о героях, отдавших жизни за победу в Великой Отечественной войне. В Великой Отечественной войне участвовали все народы с постсоветского пространства. Азербайджан отправил на фронт около 700 тысяч человек. Половина из них не вернулась домой. Народ, который не помнит свое прошлое, тем более у нас, слава Всевышнему, славное прошлое, у него нет будущего. Дни азербайджанской культуры в Самаре пройдут 15 и 16 ноября. После церемонии возложения цветов в Самарской губернской думе пройдет круглый стол «Волга-Каспий. Незримый мост мира», галоконцерт в Доме культуры «Заря», а также литературный вечер, посвященный 650-летию азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Анатолий Головко, Николай Епифанов, «События».